И всем привет, ребята, с вами я, Майнкрафтер Кисель. Сегодня у нас будет туториал, как же все-таки зайти на Лунар Клиент без лицензии. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что если вы не досмотрите, то вы, возможно, что-то сделаете не так, и потом вы скажете то, что я в этом виноват. Так что обязательно досмотрите видео до конца, и давайте сейчас сыграем эту катку, потом уже перейдем к туториалу самому. Так, тут берем яйца и воду. И пора уже встроиться на центр. Вот Лунар Клиент, если что. Я сейчас на нем играю. И строимся давайте. И... Нет! Как? Короче, переходим к туториалу. Итак, ребята, вы сначала должны скачать вот этот zip-файл по ссылке в описании. Тут вот, вот эту папочку, но можно, надо перенести на рабочий стол. Так, перемещается. Далее, что нам надо? Нам надо нажать Windows R. Windows R. И у нас выходит тут такое. И туда вводим Aptada. Открываем .minecraft и заходим в папку Versions. Сюда, значит, копируем вот это. Или вырезаем, неважно. И переносим туда. Смотрите, все. Теперь можно открывать Minecraft. Итак, ребятки, открылся у нас T-Launcher, не сам Minecraft, а T-Launcher. Значит, выбираем тут версию Relays LK, или я не знаю, как это прочитать, я английский не особо знаю. Ну, короче, выбираем то, что мы перенесли файл, и заходим в игру. И вы сейчас увидите то, что надо сделать. Итак, ребята, открылся у нас сам Лунар Клиент. Если мы нажмем мультиплеер, то у нас выйдет это. Чтобы это избежать, нам надо нажать одиночная игра, то есть single player. Заходим в любой мир, прям в любой. Заходим. Так, и нажимаем мультиплеер или сетевая игра. И заходим на сервак. Ой, я не на тот. Вот. Во, все, мы зашли, ребятки, с Лунар Клиента. Вот тут все настройки, короче, вот такой видос у нас получился, ребятки. Если он вам помог и понравился, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. С вами был Майнкрафтер Кисель, и всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.